12 декабря пройдут выборы президента. Я обязательно пойду голосовать, потому что, участвуя в выборах, я выбираю будущее свое, будущее своей страны, будущее фактически моих детей. В настоящий момент наше государство является не совсем признанной страной. Поэтому чем больше людей будет участвовать в выборах, тем больше это будет свидетельствовать о том, что мы едины, что мы действительно государство, что мы можем выбирать свое будущее, можем и выбираем.